Губернатор Наталья Комарова проведет очередную онлайн-встречу с югорчанами. На этот раз эфир будет приурочен к Международному дню семьи в преддверии семейного месяца в округе. 15 мая глава региона обсудит с югорчанами меры по реализации послания президента. Также речь пойдет об обеспечении возможностей для отдыха, оздоровления, занятости, творческой самореализации и развития югорских семей. Встреча начнется в 12:00 в официальном аккаунте губернатора в Инстаграме. Также трансляция будет идти в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в группе региона Югра. Вопросы можно оставлять под постом.